Всем привет! Привет, ребята! Сегодня у нас будет необычная распаковка. Нам пришла вот такая посылочка. Как вы уже знаете, мне очень нравится сериал «Wednesday», поэтому мы с Милкой заказали вот такой бокс. «Wednesday Box». Что-то мне страшно, он такой черный! Не бойся, Милка, страшного там ничего нет. Открываем. Начнем по порядку. Вау, Милка, посмотри, это одежда для тебя. Это одежда в стиле Wednesday. Она в черных и белых тонах. Вот такой черный сарафанчик. Он похож на твой школьный, только без котят. И вот такая белая кофточка с черными полосками и серым воротником. Давай скорее примерять, уже хочу быть Wednesday. Ой, мне очень нравится эта кофточка. Но это еще не все. Главное, это же косички Wednesday. Смотри, это же часть окна и нит. Ура! Я буду Wednesday! Давай смотреть дальше. Давай откроем вот этот пакетик. Вау, это же шопер. Ну все, я пойду так в школу. Милка, какой классный шопер. Ты можешь ходить с ним на занятия. Дальше открываем вот этот пакетик. Вау, это же тетрадочка в клетку. На обложке нарисована милая Wednesday. Давай положим шопер. Хорошо, Милка. Что же дальше? И это наклейки в стиле Wednesday. А вот и вещь, Милка. Можешь приклеить ее в новую тетрадочку. И здесь остался какой-то сюрприз. Это же Утя Wednesday. Здесь написано «Утя Wednesday» и может попасть любая уточка из сериала. И написано «Собери всех уточек». На обратной стороне нужно отметить, попалась нам и Нит, Wednesday, Тайлер, Ксавьер или Бьянка. Если пакетики черные, то значит нам попалась ультраредкая уточка. Если белые, то редкая, а если серые, то популярная. И нам попалась беленькая уточка. Но самое интересное впереди. Нам нужна одежда, чтобы узнать, какой же это персонаж. Итак, пакетики белые. Значит, нам попалась редкая уточка.
Но сначала давайте откроем аксессуар. Возможно, по нему мы догадаемся, что же за уточка. И это вещь. Думаю, вы уже догадались, кто нам попался. Ура, ура, это она! Дальше откроем волосы. И это косички. Конечно же, это Венсдей. Ну и последнее, самое интересное. Какой же образ Венсдей нам попадется? И это черное платье в горошек с белым воротником. Давайте скорее примерим. А сейчас давай откроем наклеечки и приклеим тебе в новую тетрадь. Давай вырежем наклеечку с окном. Ну хорошо. И давай Венсдей еще вырежем. Доставай свою тетрадочку. Вот такое оформление получилось. Кому тоже нравится сериал Венсдей, ставь лайк и подписывайся на мой канал. А также жду вас в своем телеграм-канале. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока! Я уточка Венсдей! Всем пока-пока!